Водители автобуса номер 7 и диспетчеры негодуют. Введение обновлений в маршрут внесло в их рабочий ритм изменения. На новой конечной остановке Хайер нет необходимых условий для отдыха, как кафе или уборных комнат. К тому же проблему усугубляет неработающий светофор. Я по поводу движения автобусного маршрута номер 7. Так как автобус номер 7 перенесли конечную остановку на заводах к Хайеру, и у нас не работает там светофор, до сих пор не подключенный светофор. А ситуация там обстоит такая, что автобус поднимается в гору и пересекает две сплошных линии. То есть создается аварийная ситуация с двумя сплошными, с автобусом. В ходе совещания начальник госавтоинспекции взял вопрос в работу. По словам Радия Кадикова, для решения проблемы необходимо выехать на место. Узнаем, в чем причина, из-за чего, есть ли какие-то технические действительно составляющие вот этой проблемы. Если там действительно вопрос просто... Ну, подключить, да, Фарич, пожалуйста. Через СМИ, пожалуйста, мы доведем даже, да. Что касается подключения светофора и благоустройства конечной остановки возле завода Хайер, вопрос пока остается открытым. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, новости Чулны ТВ.